Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Yeah, yeah, yeah. Большинство ребят воспринимают это как в плюс, перезагрузиться, встретиться с ребятами в одной команде, друг за друга поиграть. Да, да и вообще в форме сборной России, я считаю, что это круто. Так, ну мне сразу сложно дали. А у всех одинаковые картинки они? А он, наверное, говорит поближе, поагрессивнее, не знаю, ну что-то. А второй просто дает энергию. Ну что-то тоже подсказывает. И он типа сказал, не, хотя здесь у него такое лицо, как будто бы мы что-то сделали хорошее, годное, да, четенькое. Это Филипп и снова Зоран. Он просто показывает ему, что надо как-то подобрать мяч быстрее и получше. Гуф сделал как не надо, видимо. Тренер показывает как надо. Агрессию показать не надо. А можно следующую, пожалуйста? Зоран закрыл глаза. Он, видимо, очень сильно недоволен. Настолько, что он даже поверить в это не может. Кто-то потерял мяч, наверное, или там какой-нибудь пас в ноги, бывает так. Я думаю, что реакция такая только на это бывает. Если, допустим, я вот четвертый номер, да, играю, четвертый что-нибудь делает плохо, тренер поворачивается, всегда говорит нам на лавку, типа, вы знаете, как это делать? Вот это, походу, со мной момент. Напротив Ирана. Там у меня много было ошибок. Я что-то один раз повернулся на Зорный, у него приблизительно такое лицо было. Иди забей. Забей легко. Он показывает нападение, типа, бежать быстрее, я думаю, обычно он так показывает. Типа, вот, давай, типа, пошел. Я не знаю, что здесь. Мне кажется, просто кто-то дал мяч очень высоко, и тренер показывает, что куда-то, ну, я не знаю. Я просто даже не раз такого не видел, что такие тренировки показывал. Видимо, кто-то дал пас низом, а тут надо было верхом. Это хай-лоу. Либо это нам забросили. Приятно видеть, что тренер улыбается. Человек заряжен на победу. Это ощущение перед игрой тренера, когда вот сейчас будут тренерские шахматы, там все вот это хорошо. Сейчас начнется битва, а игра начнется. Как сказал Зоран, важно без травм и с улыбкой. Так что, в принципе, такая атмосфера и царит. Русские! Привет!